что удалось сегодня, что не удалось, какие комбинации сегодня происходили, в твоих впечатлениях? Ну, начну с того, что это полуфинал, да, был. То есть это сейчас уже решающие игры. Осталось нам одержать буквально 4 победы, чтобы занять первое место. То есть сейчас простых игр не будет. Ну, последнюю игру, которую мы провели у них на выезде, последнюю игру регулярного чемпионата, мы им проиграли там. То есть настрой был запредельный, то есть команда была мотивирована, чтобы здесь взять реванш за поражение там. Соответственно, сразу взяли хороший темп, повели и уже дальше как бы довели дело до логичного завершения. Но игра была хорошая, скорости были высокие. То есть Бор — это тоже очень мастеровитая команда. Есть там люди поигравшие, молодежь очень быстро, ну, быстрая. То есть хорошая команда, то есть у нас тоже вроде неплохая команда, поэтому было красиво. Я надеюсь, что болельщикам понравилось. Какие дальнейшие планы? Ну, сейчас в следующую субботу мы играем в Боро, ответный матч. Соответственно, если выиграем, то выходим в финал. Если проигрываем, то в воскресенье играем здесь. Настраиваемся одержать победу на выезде. Тем более, напомню, что проиграли там последнюю игру. То есть настрой запредельный. Сейчас еще раз повторюсь. Слабых соперников не осталось. Все настраиваются у всех. То есть фактически они сейчас проиграют, и у них сезон заканчивается. Они играют как последний раз. То есть терять нечего уже.